Всем привет, бандиты и бандитки, с вами Йорн, и сегодня мы продолжаем рубрику «Лютый призыв». Будем делать открытие на аккаунте игрока Масида, но в реальности человека зовут Михаил. В общем, надеюсь, Мишке повезет, потому что мы будем до конца собирать твинов и Талину. Ну и также приоритет у нас вроде как Софушка, Деймон и Тази. Да, эти три героя он прям хочет очень сильно. Давайте оценим, как всегда, ничего нового, то есть что у него есть. Есть много что, и надо много что еще собрать. Ну, допустим, Сесилия, Оскар, Эстра, Хендрик. Вот их бы точно надо собрать. Ну, кстати, на Хендрика все копии есть, даже с лихвой, смотрите. А на Эстру не хватает. Не хватает. А на Эстру тоже все есть. Короче, видимо, вечер, я уже подустал после работы и в шары долблюсь. Неплохо в людях. Потом идут громилы. Тут как раз-таки вот на Софию не хватает 3 копии. Надеюсь, она подать будет. Также есть копии на Вурка, на Тайдуса, на Скрега и, в принципе, еще и попугайчик тут тоже есть. И лесники. Эйрон, Саурус, Лика, Немора, Тази вот на подходе. Есть все копии на Горво. Причем на Тази не хватает всего лишь 2 копии. Это хорошо. Угу. Также Урсанчик и Салиса. И Магиорожденные. Но Деймону надо еще много, потому что Деймон всего 2 копии. Надо еще, получается, 6. Изабеллу я бы просто делал Легенда Плюс и скармливал бы как раз вот в какого-нибудь героя. Потому что Изабелла пригодится только, ну я не знаю когда. Лучше собрать какого-то другого героя, чем эту Изабеллу, честно. На Одина тоже все копии есть. На Торна 4 копии есть. На Грежева копий немного всего. А, нет, 5 штук тоже, 5 штук. И Небесные, Талина, Твины, в подземных Изиш, а в пространственных все есть. И скоро еще добавляют 2 новых героя. Я думаю, вы все рады, что надо будет опять копить. Все, давайте открывать. Что тут по шардам? 62 пополам. Пополам. Примерно пополам. Так, тут вылетает Пипа. И смотрим. Сесилия как раз таки нужна. Грежул, София, Эйрон идет на звезды, Фара на звезды, Торн, Тази самое главное, Талина еще одна копия плюсом, она нам тоже нужна, но Грежул 2 копии упало. Слушайте, круто, круто шарды дали, но то, что вот выпало Тази, это хорошо, но вот Деймон, Деймона ни одной копии, это печаль. Да, даже вот так Альна падает. Еще одна копия Тази, Фара, Пипа, Альна, Нарочка, Хендрик. Там уже капец Хендрика накопилось. Лика и еще раз София. Это третья копия. Все, мы собрали Софию. Давайте я быстренько всех качну и вернусь. Что-то я как-то там проворонил. На Софушку осталась еще одна копия. Мне казалось, что надо всего 3. Смотрите, видите, 1 и 2. То есть еще одна и будет Элит Плюс. Также на Сесилию 2 копии осталось. По лесникам на Тази все есть, я ее поменял на Салису. И в Магиворожденных тут некоторым героям подкачал звезды. Но на Грежула осталась 1 копия. Да, и Грежул тоже будет собран. Погнали дальше, открываем. Теперь простые наши сердечки. Да, давайте, не огорчайте и не бейте нам в сердечко, как говорится. И тут... падает этот чувак, вечно пьяный Ригби. Один фиолет, надеюсь, это... Так, разогрев только, разогрев. Скриат. Кеша. Но зато сколько тут синих героев, друзья. Сколько тут синих героев. Мне, кстати, сегодня на работе, ребят, подарили наушники. Альфа Клауд, или как? А, Хайпер Икс Клауд Альфа. Я офигел, честно. Просто, знаете, с такого барского плеча. Я даже не ожидал. Сегодня какой-то день такой прям, он интересный. Он и сумбурный, но интересный. Много разных приколов в течение дня происходило, и все такие хорошие. Это предновогодние какие-то вот гонки, я их называю. Но когда дарят такие наушники на работе коллеги, я даже приофигел, честно.
Мне дорогих подарков таких, знаете, ну редко кто делал из чужих там людей. Близкий, да. Чтобы вот так на работе просто, зная, что как бы я там занимаюсь компьютерами, там программированием, всем остальным, да, и они просто вот взяли, купили и подарили. Было прям приятно. Желаю вам тоже, знаете, получать вот подарки, которые вы прям реально хотите. Но если что-то вам дарят просто от души, не обижайтесь, если они прям не угадывают. Все равно любой подарок это как бы, ну, это внимание и уважение к вам в первую очередь. Смотрите, сколько тут у нас фиолетов падает. Я даже заговорился с вами. Но когда происходят вот такие приятные вещи в жизни, хочется с кем-то поделиться. А как только не с вами-то этим поделиться? Так, Торн. Что-то прям сердца меня это... торкнули. Нифига себе, поначалу что-то ничего-ничего падало. Надо всегда ближе к вечеру открывать. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это как-то от онлайна зависит или еще от чего-нибудь. Но дроп всегда какой-то другой. Он вечером лучше. Так, еще получили 3 свитка. И придется крутить по одной карте. Еще фиолет. Улала. Вот так вот. Эйрончик. На звезды идет товарищ. Угу. Вот такие вот пироги. Ну, что могу сказать? Все мы оставляем без изменений. Грэжил нам последняя копия не упал, так же как и Сесилия, так же как и София. Надеюсь, все впереди. Но то, что мы одну Таллину достали, это уже успех. И еще дабл. За сердца дабл был и тут начались. Так, Ригби и Вурк. И сколько у нас тут места? Хватает. 215. Должно хватить. 347 свитков. Надеюсь, я не устану их открывать. Еще и 290 фракционочек. Ну, вот тот дичайший призыв, где человек копил целый год, я открывал где-то примерно 4,5 часа, чтобы вы понимали. Я просто вот сидел, открывал и записывал. И вы увидели только самое основное из того видоса. Но Мишка тоже накопил дофига. Достойно. Так, София, вот она. Вот она, наша детка. Упала, и кого мы сюда ставим? Давайте Сатрану поставим. Пока, пока просто. И чекнем. На нее что-то есть? На нее... Да, одна копия. Одна копия. Антадра там, по-моему, тоже, да, стояла в списке. Но мы оставим Сатрану. Сатрана вообще жесткая. Пусть стоит. Сейчас только Софию соберем. Все, готовченко, и продолжаем дальше. Давай, Дэймон. Осталось только тебя собрать. Две мозговые цели мы уже достигли. Это Тази и Софушка. Вот они, вот они. Прошение. АФКшечка, давай, родненько, давай. Еще, еще. Нам нужны эти герои. Дэймон, Сайлас, Грейжу, последняя копия, да, например. Еще один дабл. Давай, два Дэймона, дай, пожалуйста. Дэймон и Гвинет. Ништяк. Три карты, но это не серьезно. Это не серьезно. Трипл, трипл. Давай, падай, трипл. Но все шансы есть. Правда, вот с кристаллами и астрокартами я не знаю, как пойдет. Так, что-то я не понял, а что там Роланд-то стоит? А, просто звезды, да? Ну, окей, пусть качает звезды. Еще есть призыв за 3 косаря.
С помощью этого призыва можно, кстати, Дэймона добить, если прям уж, вообще не повезет. Ну что, товарищи, давайте. По одной-то как-то не камильфо. Ящерка. И допинываем. Сейчас пойдем в астрозал. Там будет поинтересней. Ух ты, Сайлас. Спасибо, дружочек, пирожочек. Девяносто семь. Салиса, цветочное чудо. Магичка, до которой все у меня никак не дойдут руки. Она прокачана на биоранку, но я что-то вообще не могу ей прокачать персоналку. Меня эти пространственные просто засосали со своими монетами. Гильдии. На них шмоток надо столько, это какой-то капец просто. Но сейчас со скидосом проще покупать. Чем раньше это было. Надеюсь, они часто пространственных добавлять не будут. А то что-то прям... Одних добавили, других добавили. Сколько можно-то их добавлять? Так, тут так, и что еще? Вон оно как, да? Тут еще Мезот и Изольд упали. Зачет. По одной. Какая фигня. Хоганы. Это неинтересно. Это не для нас. Все. Вот мы и открыли. Теперь мы переходим сюда. И кого мы первым будем собирать? Давайте, наверное, твинов. Твинов на белую рамку. А потом уже будем собирать Таллину. 170 астрокарт. Нам надо 6 копий твинов. Тапки без фракции. Это что-то меня пугает. Ведьма, ты давай это. Хватит там губы своим пальцем. Или что-то там в носу ковыряешься. Твинов давай. А то что-то это, одни промахи. Капец. Капец. 5 раз скушала и дала одну карту твинов. Ну и там фиолетовую еще. Карта на могилы. Давайте подольше покрутим. Может быть, как-то поможет. Что-то не хочет помогать. Угу. Опять та же самая история. Ну, короче, жрет, жрет и не хочет давать, да? Да. Угу. То есть до мифика мы их собрали. Еще надо 4 копии. Ну давай, родненькая, ведьмочка. Прогнись, прогнись и дай. Нам твинов. Хорош хавать астрокарты. И еще 3 копии. Но если сейчас еще даст твинов, будет вообще пушка. Угу. 10 твинов дала. Так, отлично. Так, тут нифига пока не падает. Давайте подкачаем и проверим. Так, 2 копии, да? 2 копии. Ну ничего, мы не унываем. Давайте вниз, вправо, вверх, вверх, куда-нибудь там еще. Молотки, всякая фигня. Твинов не видно. Угу, спасибо. И еще 1 копию. Отлично. Отлично. Так, Наталину надо будет 5 копий.
все Мифик Плюс и белая рамка. Мишка, поздравляю тебя. Одного из крутых героев мы собрали. Теперь ставим Таллину. Перезаходим и продолжаем. Я тут, а? Тут я. И продолжаем. 5 копий, а? 117 тысяч кристаллов. Давайте эту гребаную эссенцию я бахну вот так вот. А то она напрягает. И продолжаем. Куча-куча энергии. Так, карта на могилы. Ну давай, родненькая, падай. Короче, не хочет. Загуляла Таллина где-то там. Броник без фракции. Это вообще, это самое наихудшее, что здесь может выпасть. Броник без фракции. Все, она на мифике плюс. И надо ровно 4 копии. Карта на лес. Ну, пожалуйста, заканчивай жрать. Давай Таллину. Влево, вправо, вверх, вниз. Карта на громил. Карта на людей. Да. С таким дропом далеко не уедешь. 3 копии, да, еще надо. Это мифик плюс. Ну, я уповаю на дабл. Честно, прям вот хочется собрать до конца Таллину ему. Ну, давай, родненькая. Ты уже наелась. Дай нам дабл. Короче, прикол в том, что если мы сейчас дальше начнем крутить, то не факт, что мы потом соберем Дэймона. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сделаем остановку, так будет более правильно. Откроем вот эти карты. Не получим отсюда ни одной копии Дэймона. Так, здесь падает Аноки. Здесь падает Алиса. И здесь падает 4 корма. Шикарно просто. Просто шикарно. Что тут? Тут Софию можно взять. Или Укуна. Тут, кстати. Ну, я бы все равно здесь взял Флору. А здесь Укуна. А здесь еще кого-нибудь. Короче, сейчас посмотрим, как будет падать. Давайте крутить фракционки. Сначала открываем вот эти карты. Тоже в могилы. Там надежды на всяких Дэймонов и Сайлосов. Ну и Нара тоже будет неплохо. Угу, спасибо. Два раза подряд. Так, фара. Видимо, хрен с маслом нам дадут. Да. Тут на нару идут уже звезды. И в лесниках нам нужен еще корм. Ну, в принципе, тут корм есть, можно собрать, и тази будет на белый. И Сесилия, да, еще надо 2 копии. Да, детка. Но все равно, крутанем в могил. Чтобы получить дабл. Так, Дэймон и Торн. Круто. Погнали дальше. Я там подкачал героев. Тази подкачалась на белую рамку. Вот. Неплохо. Ну и в принципе могильники. Могильники, да, Сайлос, Дэймон. Будут падать, будет хорошо.
Ну, что-то пока по одной. Так, кильт. Кстати, ну, Мису собрали. Вот. Скриата собрали, я их тоже из списка убрал. Быстренько как-то. Опять кельт. И еще дабл. Везет же, а, на фракционке в даблы. Деймон и Торн. В общем, кельтура собрали, но Деймон еще две копии. Поставил в список Теовин. Продолжаем. Следом прям еще одна фиолка. Тут падает Изольд. Тоже нужный герой. Просто столько надо корма, чтобы собрать всех могильников. Это капец. Так, Сайлас. Это уже вроде четвертая копия. Ну давай, Деймон, падай. Изольд. Бомбим дальше. Торн. Частенько падает этот герой. Еще, кстати, в сумке там лежит две фиолетовые карты. Тоже их сейчас откроем. Так, и на Деймона осталась последняя копия. Ну давай, родненький, падай. Торн. И дабл. Ну давай, кто? Теовин и Деймон. Все, Деймона мы собрали. Мы его отсюда убирать не будем, потому что все остальные герои уже собраны. Я, конечно, могу ошибаться насчет Бадена. Да, Баден, конечно, не собран. Но уже тут все есть. Все. Деймон пусть качает звезды, они ему пригодятся. Но то, что мы его собрали, это дорогого стоит. Давайте добьем эти 20 фракционочек тоже в могилы. Может быть, Сайлас? Это, кстати, будет четвертый, я ошибся. И это снова Деймон. Давайте покрутим Громил. Эти карты... Падает Нумису, Нумису уже был. Может быть, Сесилия упадет. Падает Ригби. Кстати, это последняя копия. И, в принципе, все. Что, остались у нас призывы только за 3000. И еще вот эти вот, по-моему, были две фиолетовые. Давайте мы их крутанем, я даже не знаю куда. Ну, давайте в могилы. Если Сайлас упадет, будет хорошо. Падает как раз таки Баден. Ну давай, Сала. И снова Баден. Ну это вообще, это какая-то антиудача. Что-то тут еще мы... А, ну наборы роста, конечно же. Сайлас тоже. И Альна. Так, и меня волнует вот это созвездие. Да, мы можем еще одну прокачать, и получается, если мы топим до конца в Сайлоса, то мы можем его собрать, попробовать. И я бы, наверное, так и сделал. Да, погнали. На Сайлоса. Талина подождет на мифике плюс с одной копией. Я не думаю, что за 30 тысяч кристаллов мы ее дособерем. Честно. Не верю в это просто.
Еще одна копия. Два промаха. И должен был быть сейчас фиолет, если бы не эта прокачка. Бамс. Ну, знаете, бывает такое, что может упасть дабл. Допустим, два Сайлоса, но он не упадет. Он вот сейчас упал. Все, у нас есть 7 копий на этого доходягу. Надо, получается, еще одну. Ну, давайте попытаем удачу на эту дурдочку. Вдруг упадет. Первый. И второй. Не смотрю. Есть! То есть осталось две копии. Ну, тут есть где взять астрокарты. Так что... Таллина получит скоро свою белую рамку. Ну все, в принципе-то что? Мы все открыли. Давайте конечная прокачка. Смотрим, сколько там этих монет. 85 тысяч. Отлично. Он тем более собрал уже всех пространственных. На следующих героев точно хватит. Теперь подводим итоги. На Хендрика все есть. На Сесилию две копии не хватило. На Ригби все есть. На Эстру все есть. Также на подходе Тейн, Оскар и многие другие герои. Еще есть также копии на звезды, я просто пока еще не качал. В Громилах Софию собрали, на Нумису все есть, на Вурка не хватает одной копии, на Попугайчика все есть, и на подходе тоже другие герои. И в Лесниках Ящерка собрана здесь, это очень хорошо. Также Тази собрали. Следующим героем я бы качал, наверное, как вариант, можно вот Горло прокачать. Очень хороший танк, пригодится однозначно. Советую прям. И Солису можно качнуть, потому что тут осталось-то две копии. И Могила Рожденный. Ну тут вообще все шикарно. Изабелла есть, Кильтур есть, Баден есть, Торн есть. Изольд на подходе, надо еще 4 копии. Сайлас тоже на подходе, одна копия нужна. Грэжула собрали по копиям, но надо будет качать. И кого он будет качать, я пока не знаю. Мишка сам определится. Ну и тут на Таллину не хватает две копии. Это вопрос времени. Очень крутой аккаунт, который будет легко проходить дальше этапы кампании. И я думаю, что он фармит, просто не торопится. И правильно делает. Но я бы дошел все-таки до 30, может быть, 1, 32, даже 33 главы. Открыл бы, конечно, вот это созвездие. Но в последнее время ходят такие обсуждения, что с этим созвездием, что без этого созвездия. Падает нормально. Мы говорим, знаете о чем, кто не понимает? Давайте покажу. Вот здесь вот эту звездочку, которая повышает выпадение с АФК разных наград. Вот, типа вы проходите 32-60, и там дроп лучше. Но, короче, что на Твине я вот фармлю, мне падает одинаково. Там ничего больше не падает. Ну, не знаю, это чисто мои какие-то заметки. На этом все. Давайте пожелаем удачи Михаилу, ну, в его развитии аккаунта, да. И накопления себя оправдали. Жалко, что Таллина вот не хотела падать. Да и Твины неохотно падали, вы сами все видели. В общем, успехов вам в игре, да и в жизни в целом. И до связи, друзья. Увидимся.